Даже находясь в ссылке, Дулатов не прекращает свою просветительскую миссию. Он пишет уникальный в своем роде тюркско-русский словарь. Это языковое пособие он создал для тысяч ссыльных казахов, киргизов и представителей других тюркских национальностей. Заключенные переписывали его от руки и распространяли, ведь большинство из них не владело русским языком, знание которого в те годы было жизненно необходимым. Азербайджанцы, татары, казахи, башкиры, узбеки плохо знали русский язык. Он тюркско-русский словарь написал, чтобы могли пользоваться ежедневно. Это сшитые ученические тетради. Называется он «Тюрктеля». Словарь этот почти дописан. Словник там в нем заканчивается на букве «П», то есть за середину он уже был прописан. С небольшими комментариями.